Мы находимся на выставке MetaExpo, разговариваем с нашими гостями и экспонентами. Кирилл, чем занимается ваша компания? Что нового в 2019 году вы представляете на рынке? Чем собираетесь удивлять рынок? В 2019 году наша компания создала производство, которое происходит полный цикл от сбора урожая до уже готовой продукции. Мы сотрудничаем с крупными сетями фастфудами, поставляем нашу продукцию. Также у нас запущена новая линия производства по вареным овощам. То есть также полный цикл со сбора продукции до уже готовой вареных овощей. Также поставляем их в торговые сети. Мы у всех наших гостей спрашиваем, какие у вас впечатления от выставки, нравится ли вам аудитория, которая сюда пришла, целевая ли она, как соседи ваши экспоненты, уровень их. Выставка довольно-таки интересная, обошли много экспонатов. Интересно смотреть на других, скажем так, людей, которые представлены на данной выставке. Продукция довольно-таки интересная. Подходим, знакомимся, общаемся. Какая-то конверсия происходит в клиентов, в поставщиков? Да, после каждой выставки мы приобретаем каких-то новые, после новых знакомств, приобретаем новых клиентов, новых поставщиков, которые в дальнейшем, скажем так, положительно скажутся, складываются на нашем результате. Спасибо большое, не переключайтесь, скоро включение с новыми экспонентами.